Всем привет, друзья! Сейчас покажу вам новый этап тестирования турнира. Ну, турнир уже был до этого, вот его решили запустить второй раз. Сейчас мы посмотрим, что тут изменилось, не изменилось. 10 секунд, стартуем. Какая карта? Земли Майя. Играем на живую. Я буду комментировать и сразу же играть. Так, насколько я знаю, бусты здесь все возвращаются. То есть это как в тренировке можно играть. Кстати, еще нету времени на подготовку к началу боя, вот этих 3 секунд. То есть, только загрузился, все, сразу будьте добры, постройте здание максимально быстро. Вот, в общем, можно бесконечно много бустить, ну, сколько у вас бустов есть. Они все будут возвращены в конце боя. Ну, точнее, не будут возвращены, они даже не будут расходоваться. Ну, не, расходоваться они будут. То есть, если у вас там 20 бустов на золотую атаку, если вы их все израсходуете, то бустов у вас на бой этот больше не будет. Но по факту они не расходуются. Давайте собираем контейнеры. Удобная карта, то что ящики расположены по 2 варианта. То есть, ну вот раз, два нажал и супер. Так, электростанцию надо и штаб улучшить до 2 уровня. Нужны дополнительные центры снабжения. Без них никуда не денешься. Нет, можно, в принципе, играть без центра снабжения дополнительных, но нежелательно. Так, мне надо пробежать, попробовать в правую часть. Еще здесь ящик есть. Вот, это то, что я хотел забрать себе. Хороший контейнер. Сколько он дал, кстати? 100. 100 ресурсов. Я уже начинаю даже привыкать к этому. Что мало ресурсов дают в ящиках. Хорошо или плохо это? Так, еще 2 ящика на горизонте. Вот, понятно, что возьмем. Ну и надо бы с краешку залететь, посмотреть, чем занимается противник. Так, бункер, он, в общем, не собирается, в общем, нас атаковать. Значит, можно выйти в еще дополнительные 2 центра снабжения. Ну и сейчас пробежимся, посмотрим. Бункер это хорошо, но иногда его ставят для того, чтобы не дать разведать себя. А там на самом деле, например, молот пех будет готовиться к атаке. Так, жаль, основная суть турнира, да, в общем, видите, тут нет у нас завода специальных машин и нету авиазавода. Все это стоит на базе у бота. Причем, кстати, оно уже покоцанное на половину хп. Так, надо спрятать стрелка, он нам еще пригодится. Вот, в общем, нам остается производить только штурмовые юниты, а вот дикобразы, хамелеоны, мамоты, стрекозы, кречеты, альбатросы будут нам производить сам бот. Вот, он будет производить их с этих заводов и отдавать под наше управление. Такая фишка турнира. Так, улучшаемся до броненосцев. Я думаю, дальше голд снабжения. Штаб до 3 уровня улучшен. Надо выйти до снайперов. Так, он помнит, что у меня тут стрелок есть. Он производит пехоту. Не просто так, наверное. Давайте выставлю разведку. Так, сюда разведчика. Ну, здесь, в принципе, он не побежит, потому что здесь с этой стороны бот. Еще один разведчик вперед. 2 койота вперед. До ягуаров выходим. Броненосцы, ягуары, снайперы. А, вот. Суть еще этого турнира в том, что, ну, как я заметил, то, что играл. Если у вас full КВО, то бот перестает производить юниты, которые будут отдавать вам под ваш контроль. То есть КВО заполнено, все, производство останавливается. То есть сидеть на базе и копить армию не получится. Ее надо постоянно разменивать с противником. Желательно выгодно для себя, если хотите победить. А я, честно говоря, даже не знаю, что мне сделать. Так как, ну, завод еще можно построить. Мне кажется, тут надо использовать уже буст на общее производство и давить противников. Снайперы, ягуары, броненосцы. Вот, смотрите, появилась зеленая зона, началось производство дикобраза. Можете заметить, это видно внутри завода. Вот появилась такая зеленая зона. Юнит, как только выходит с завода, он сразу же переходит под наш контроль. Но вот точка сбора, у них установлена вот эта зелененькая... зелененький кружок. Вот сейчас дождемся. Видите, стрекоза.
Она была желтой, когда вылетала с завода. Сейчас она уже стала сразу же нашей. Вот такой вот прикол турниру. То есть нам надо прикрывать своего бота для того, чтобы сохранить юниты, которые мы не можем произвести сами. К примеру, те же дикобразы, стрекозы, кречты. Далее, там где-то после 10 минуты боя, там уже он альбатрос производит. Мункер, кстати, плохо прокачан у синего игрока. Он вообще должен с 3 выстрелов убивать пехоту. Но нет, у него так не получается. У нас, кстати, уже скоро фулл КВ будет. 2 дикобраз производит наш бот. Давайте посмотрим, сейчас он выйдет. Это еще одна стрекоза. Правда, она мне плохо прокачана. Это забивается КВ. Их можно использовать, в принципе, как разведчиков. Так, дикобраз. Ну, смотрите, бот умный, он строит ПВО, одну, вторую. То есть, ну, оборона у него есть, юниты, которыми можно защищаться, тоже есть. Кстати, вот у меня, к примеру, раз стрекоза, там вторая стрекоза, дикобраз. То есть у противника аналогично все. То есть у него уже 2 тайфуна, может быть, и 2 циклона. Поэтому дикобраз надо брать с собой. Так, вот еще один дикобраз под моим контролем может быть. Ну и давайте, не знаю, с холма нападать, не офигово будет. Вот он сам идет на нас. Надо позаботиться еще об обороне своей базы. КВ у нас забиты. В этом турнире можно активно, кстати, использовать ядерную ракету. Так как у меня сейчас КВ заполнено, я могу просто штурмовать базу противника и быстро выходить в 5 уровень штаба. Ресурсы мне тратить некуда. Бот и так производит юнит уже, кстати, сверх КВ. Все уже, не знаю, может что-то изменилось. Может не изменялось. Но я лучше поставлю себе несколько вышек и заминирую здесь территорию. Так, 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 что тут происходит-то? О, противник, короче, выходит в большое количество бункеров. Я буду атаковать пехотой, снайперами на золотой атаке, чтобы бункер до меня не доставал. Так, вот так вот сделаем. Убиваем вражеского штурмовика. Все, дальше они сами справятся. Смотрите, мамонт. Дали нам мамонт, это отлично. Это отличная новость. Стараемся пробить. Ну вот говорят игроки снайпера имба. На самом деле, да, полезный юнит на первых минутах боя, особенно когда противник не может производить вертексы. Смотрите, здесь попытка циклонами напасть на меня, да? Ну, у снайперов он немного покусал, но потерял в итоге свои юниты. Интересно, что он делает. Надо мне электростанцию поставить, за ягуаров до заказа. Сейчас потери по снайперам будут. Так, сколько у меня? 8 снайперов осталось. Нет, голд-атака нужна. Бункер включит голд-оборону, я могу его не уничтожить. Хотя, в принципе, ничего нам не мешает сейчас проехать вперед. Так, стрекоза в поддержку. Еще вот здесь вот юнитов. Так, морденос атакует, отлично. Уничтожаем бункер. Зевса. Зевс у противника, он вышел уже. Плюс там дополнительные какие-то юниты идут в помощь. ПВО на базе. Плохо. Все это очень плохо. Зевсоград, да? Причем большая такая армия. Надо как-то тащить, я не знаю как. Ждать авиацию. Что тут нам вообще? 2 Зевса по факту надо уничтожить. То есть как-то затащить все же, но... Блин, сложно, сложно будет. Вот если сейчас пробью Зевса противника, то это автоматическая победа. У нас, по сути, 2 Ягуара против 2 Зевсов, ну и куча снайперов. Ну, все же мы не пробиваем, видимо, да? У нас еще мамонты есть, я их не успел заметить. Смотрите, противник отступает, да? Давайте хотя бы 1 Зевс попробуем уничтожить. Кстати, почти град уничтожили. Так, раскладываем мамонты. Они, правда, вообще фиговые у меня. Да, сыпятся, в общем, мои ягуары. Зевсы очень мощные. Надо отступать. Отступаем. Ну, снайперы много кого занимают. Из-за этого что-то пошло чуть-чуть не так, да? Так, ну, надо ждать авиацию. Давайте переходим на центр карты. Ставлю дополнительный ПВО на базе своей. 3 штуки, думаю, будет хватит. Ну, это уже... Неплохо то, что противник уже сильный. Ой, значит, интересно будет сыграть с ним. Так, давай, снайперы, работайте. Мамонт. Атакую, задержи юниты эти.
нам надо немного отступать на базу. Нам надо переходить в производство гранатометчиков, наверное. Штаб до 4 уровня я так и не улучшил, к сожалению. Да? Надо бы здесь хамелеон. А, хамелеон. Хамелеон мы не можем сделать. Нам нужно ждать бота нашего. Он, кстати, уже вышел в 4 уровень штаба. Сейчас он будет производить нам кречеты. Уже авиазавод 2 уровня. Так, ну давайте, я не знаю, наверное, здесь заминировать территорию надо. Иначе нас пробьют. Отступим чуть назад. Сейчас уже будут появляться вертексы у противника. Ну, все фиговенько. На самом деле, все фиговенько для нас. Так, вышки, электростанцию надо дополнительно. Давайте голоснабжение включу. То ресурсов что-то не хватает. Реально не хватает. Так, до заказ сюда. Тут что-то они все на центр бегут. Гранатометчики сюда. Мамонт. Ну, давай сюда вам поставим. Ну, толку у меня от этого мамонта не будет, так как он стоковый. Урона никакого не наносит. То есть, я так понимаю, то, что юниты нам выдают, они наши прокачки. Так, ну что, ждем. Кречеты, наверное, не знаю. Копим ресурсы. Сейчас, где аэродром? Ты будешь строить аэродром, бот? Надо построить аэродром, производить кречеты. Мне мамонты твои не нужны. Мне нужны кречеты. Сейчас он сделал зевсов штук 8. Мне будет проблематично очень их уничтожить. А у меня мамонты не до стрекозы, которые против зевсов не будут работать. Так, давай. ПВО достраивается. Ждем ресурсы. Надо увеличивать количество КО своих. Стрекозы может отдавать вообще ему. Столько места занимает. О, строит аэродром наконец-то. Но у него, правда, и тайфунов много на самом деле. То есть это не особо-то перспективно кречетом играть. Ну, у меня, кстати, уже, в принципе, можно улучшать штаб до 3 уровня. Так, надо что-то делать, но пробить базу мы его не сможем. Давайте, не знаю, посмотрим. Да что там смотреть-то? На самом деле нечего. Изменится только количество заводов, с которых можно производить юниты. А так ничего не меняется. У меня уже full quo, однако. Дикобраз, давай его сюда. Их сюда. Может пробить бота. Заминировать территорию. Как вариант. Заминировать территорию бота. Уничтожить базу. Ну, уничтожить зеленую базу. Которая под прикрытием бота. Да, давайте так и сделаем. Вот раз броненосец. Где еще второй броненосец был? Второй броненосец. Давайте все сюда. Так, ты сюда у нас двигаешь. Ты сюда у нас двигаешь. Кречет, уже у меня есть кречет, отлично. Сейчас мы посмотрим, чем там играет синий игрок. Разведка, разведка, так. Бункер, ПВО, Зевсоград. Понятно, ладно, нам надо, значит, заминировать территорию. Заминировать ее надо вот здесь, вот, правильно? Я думаю, правильно. По крайней мере, это сильно замедлит. Кречет мы будем использовать для того, чтобы прикрыть. Ну, уничтожить крепости противника, чтобы он не заминировал. Мамонты, не знаю, от них толку мало будет. Они реально стоковые. Прям сток-сток, ни единого улучшения на них нету. В общем, вся надежда на минки. Вот ошибка небольшая. Он может просто сливает кого, как думаете? Ну да, наверное, просто сливает кого. Сейчас я тут заминирую, в общем, территорию тогда. Вот так, жестко заминирую. Прям заминирую, так заминирую. И выдвигаемся на противника. Здесь у меня есть юниты? Да, гранатометчики. Они у меня очень нужны будут. Главное, чтобы он клюнул на мою приманку и пошел атаковать меня. Точнее, не меня, а моего бота. Вот. Вот так вот. Дикобраз. Ну, все дикобразы берем с собой. Мало ли, нам не хватит их. Вот, и здесь вот. Атакуем. Здесь я минирую территорию тоже. По-быстрому, пожалуйста. Что-нибудь успеть заминировать. Так, здесь у меня броненосцев нету. Золотой, могу выйти в новый уровень штаба.
Сейчас опасный момент, если он поедет на меня в атаку. Будет плохо. Так, что я могу здесь сделать? Атаковать бункер, ракетную установку. О, там уже щиты пошли, смотри. А у меня, значит, хамелеон есть. Будет. Может остановить атаку? Или не останавливать? Блин, а у меня дикобразов две штуки осталось, смотрите. Да, дикобраз кончается, к сожалению. Ну, ничего страшного, думаю. Так, можем, кстати, ягуаров допроизвести. Сейчас нужно, самое главное, уничтожить, наверное, заводы противнику. Я думаю. Сохранить дикобраза. У меня, кстати, кречеты есть. Отлично. У меня есть хамелеон. Давайте я отправлю дикобраза сюда. Хочу посмотреть, что там вообще есть. У меня, кстати, кречеты, если я могу спасти свои юниты же, правильно? Уничтожить авиацию ему. О, смотрите, он сюда пошел. Он пошел ломать моего бота. И, кстати, он не взял ни единого тайфуна. Большая ошибка. Очень большая. Так, надо помочь все же. Блин, я не знаю, честно говоря, что делать лучше здесь. Кречеты сохранить. Надо бы, на самом деле. Нет, не получится мне пробить бота. Я замедлил атаку. Надо защищать своего помощника. Это будет правильней. У меня сейчас хамелеоны будут, щиты, все это дело. Проще выживать будет. Сейчас надо, чтобы кречеты, они помогли добить юниты вот эти. Мы уничтожили штаб. Долго будет восстанавливаться, я надеюсь, бот данный. Сейчас, кстати, хорошая возможность тайфун уничтожить. То есть у нас сохранились истребители, у нас уже бомбировщики скоро будут. Смотрите, мы уничтожаем тайфун. Ничего не потеряли, отлично. Ну, можем, кстати, выйти в ядерную ракету. Но пока бессмысленно. Так, здесь две ПВО. Ну, ПВО очень много, не пробиться толком. Надо производить, в общем, ягуары. Кречеты у меня есть. Сейчас они еще четвертого сделают. У меня будет остальное, это альбатросы. Так, ну и ждем, ждем, ждем. Неплохо напали, кстати, на бота. Очень даже неплохо. Я бы даже достроил ПВО сюда. Еще две штуки. Пусть будут. Не помешают. КВО у нас много. Сейчас ягуары заказы будут идти сюда. Под хамелеоном, я думаю, с кречетами мы сможем справиться. Так, ну эти юниты, они уже на самом деле особо бессмысленны. Пока что. Опа. Разведка? Или не разведка? Кстати, доступен всего один щит или хамелеон. То есть не больше. Сейчас мы перехватим истребитель. Не перехватили. Кречеты медленные. Не смогли они догнать, к сожалению. Но он разведал, посмотрел, что у меня, наверное, не было ракеты, а луча. Кстати, надо заняться тем же самым, наверное. А что он кречеты производит, нет? Не производит кречеты, а должен. А не делает. Плохой бот. Не хочет мне помогать. Так, ну тут по-хорошему, на самом деле, производство ягуаров врубать просто на полную. Да, стрелков делать. Мало ли, там, пехоту заслон будет использовать. Ну и посмотреть вообще, что тут с этой стороны. Ресурсов должно быть большое количество моего бота. Сейчас посмотрим, что здесь. Нет, надо смотреть до конца. Штаб непонятно какого уровня. Я так понимаю, четвертого. Яги под туманом должны затащить, надеюсь. Все же я плохо разведал, надо повторить. Мало ли он реально в луч выходит. У него армии там должно хватать для обороны. Сейчас посмотрим, с какой стороны может залететь можно. Да, у него уже штаб 5 уровня, он производит Зевса с двух заводов. Он, кстати, заметил, что сейчас у него с этой стороны проход вообще открыт. Жаль, всего один туман доступен. Очень жалко. Вот по ПВО их тут всего две штуки. Всего надеется, видимо, на свои вертексы. Точнее, не свои, а на бота.
Так, в итоге 5 дикобразов, да, неплохо. 5 дикобразов мне точно хватит, чтобы попробовать проатаковать его. В общем, мне надо как-то развести его, покататься там, покататься сям и заехать в итоге с какой-то стороны. Но проблема в том, что сделать это трудно будет. Очень даже трудно. Так, ну, в принципе, я буду пока просто копить ресурсы, если что, выйду в ядерную ракету. Кречеты производятся, нет? Производится. Что-то он производит, но по-любому кречет. О, еще сколько ягуаров, и все это мне, да? У тебя армия небольшая, 2 завода зевсов. Да. Не сильно страшно, на самом деле. Так, давай попробуем на золотой атаке авиация почувствовать твою ПВО. Насколько она мощная. О, мощная. Все, я понял. Давай атаковать тогда тебя. У нас фулл КО, нам уже ждать нечего, кроме как ядерную ракету. О, очень плохо. Нет, я не пойду в атаку. Сейчас попробую его покоцать авиацией. О, давай, назад. Больно, минус кречет. Давай еще, голд авиацию давай. А то не достанем. Блин, он производит Зевс. Ладно, давайте тогда оставим его. И пойдем сносить бота. По-быстрому, пока он еще ничего не понял. Бота мы точно пробьем. Если что, потеряем нашего бота. Но выйду я в ядерную ракету еще. При этом, при всем. Не хватает электроэнергии чуть-чуть. К сожалению. Ну, сейчас построим. О, альбатрос. Будем вот так вот делать. А чё, почему бы и нет? 2 кречета. Маловато. А мин-то много? Мин-то, мин он все снял зевсами. Смотрите, здесь нет ничего. Хотя не, ну, по граду почти попал. Смотрите, ядерная ракета выходит. Так, надо, короче, быстро сносить зеленую базу. Он выходит в этот дурацкий луч. Так, включаем хамелеон. И сносим всю тут базу. Штаб восстанавливает, да? Лишаем его авиации и играем через кречет и выбиваем ему луч через верх. А кого он освобождается? Нет. Фигово, что у него зевсов очень много. Очень фигово. Штаб 4 уровня, да. Кречеты есть. Так, надо ракетные установки выбивать. Так, штаб уничтожили. Здесь все поломали, в принципе. Надо, все, вся надежда на кречеты. То, что получится выбить. Смотрите, он опять пойдет, идет в атаку. И опять у него нет тайфуна с собой, да? Ничему жизнь не учит, да? Может, он меня просто отвлечь пытается? Ну, посмотрим. И он сейчас просто может сильно... потерять этого много. Ладно, давайте я лучше отступлю на базу. Что-то мне не нравится эта куча зевсов, которая едет на меня. Мне нужна ядерная ракета срочно. Здесь я посносил все, конечно, это хорошо. Он сейчас на мины поедет. Тоже замечательно. Кречетов 2 штуки осталось, плохо. Альбатрос есть. Сейчас, короче, надо успеть отбить атаку от АБЮ. Ну, сложненько будет, конечно. Так, где моя армия? Вот она.
А вот что меня уничтожили. Надо ядерную ракету заряжать. Вот. Отлично. Так, Зевс он потерял, конечно, но он сейчас луч, наверное, меня запустит. Наверное, он запустит меня луч. Поэтому я иду в атаку на него. У нас сейчас, короче, такой вариант. Или он меня сносит, или я его. У меня, кстати, уже ядерная ракета сама готовится. Ай, пофиг на него. У меня кречеты есть, они добьют. У него нету тайфунов теперь. Вот что для него плохо. Ужасно, просто сказал даже. Посмотрим. Есть что, у него два варианта. Или бомбить по авиации моей. По боту, то бишь. Или что? Или бомбить по моей базе. То есть он или сам теряет луч, если не убивает мне авиацию, или он уничтожает мою ядерную ракету. Вот два варианта. Он выбрал базу мою. Но он чуть-чуть не так выбрал цель. Он не знал, что у меня есть ядерная ракета. Сейчас я, в общем, армию подготовлю. У меня что там? Все это восстановить можно, кстати. Все, что я потерял, это все фигня. Не хватает электроэнергии. Надо срочно ее восстановить. Так, хорош. Сейчас я долбану. Наверное, лучше ударить. Я вот сейчас вот так вот сделаю. Грамотный ход. Попробую уничтожить луч авиации. У него сейчас тайфунов нет, у него только ПВО. Видите, у него Зевсоград. Да, у нас получается это сделать. Отлично. С этой стороны я запускаю ядерную ракету. И отправляю ЕГХ вперед. Потеряли мы немного истребителей, но это ничего страшного. Штаб у нас сохранился, я включаю хамелеон, и мы просто заезжаем. И уничтожаем базу синего игрока. Зеленый бот пока сделать ничего не может, он потерял штаб. Я думаю, это победа. Бабах. Минус все здания, да? Я думаю, это все для тебя, братан. Нету заводов, но он только восстанавливает все эти здания, которые потерял. У него, не знаю, у бота есть экономика или нету. В плане, что у него бесконечные ресурсы или нифига. Что там, бункера, ракетные установки. Два альбатроса уже есть. Вот, смотрите. Еще лучше хотел сделать, да? Хитрый какой, да? Бусты кончаются, кстати. Вот опасный момент, у него Зевса, а у меня ЕГХ, который сейчас почти кончился. Минус луч. Альбатрос и имба. Все качайте. Так, сколько осталось хамелеона? Все, хамелеона больше нету. Сейчас надо по-быстрому выбить Зевса ему. А он, кстати, ягуар, это, в принципе, ПХП неплохие. Достаточно много жизней. Так, что тут есть? ПВОшка, ну, давай попробуем его выбить. Ну, такой бой на самом деле мощный. Вот считать, я уже сколько? 30 минут играю почти. Комментирую все это дело. Это, конечно, немножко отвлекает, когда играешь на запись. Бывает, задумаешься о чем-то не о том. Так, смотрите. У него уже тайфун там есть. Ну, правда, он свою базу потерял. По мне ударил, но я восстановил экономику. Все. Остается уничтожить одно здание. Он сам всего сносит. Но для победы надо еще уничтожить зеленую базу. Вот в чем суть. Так, у тебя здесь тайфуны были, да? Насколько я помню. Сейчас попробуем угадать. Мало ли они были там. Я и так примерно помню, что были там. Если сейчас ударю удачно, то ПВО не будет у противника.
Ну, почти попал. Будем использовать альбатросы для того, чтобы... ну, альбатросы свои отработали, все, от них толку уже не будет сейчас. А вот кречеты могут теперь спокойно пострелять по базе. Так, тайфун еще производится. Это завод первого уровня, в принципе, зачем аэродром уничтожать, да? В общем, база у бота, она слабо защищена. В этом проблема у них, федерации. Ну и у сопротивления, в принципе, бота очень легко продавить. Вот мы пошли на размен, можно сказать. Но меня вот реально спасли мины, которые я здесь поставил. Если бы я их не поставил с этой стороны, я бы отдал своего бота в размен. Ну и после этого еще получил бы лучом и вряд ли бы смог восстановиться. Так, давай, мам, иди на разведку, посмотри, там, может, он восстанавливает свою базу. Хочется бой завершить. Жаль, я не узнаю, кто против меня играл. Мне не покажут никнейм, но игрок реально боролся хорошо. Сейчас остается уничтожить базу, даже буст включу для этого цели, чтобы побыстрее. Быстрее это сделать. Много зданий надо еще уничтожить. Так, а что у нас, смотрите, он производит еще, да? Стрекозу сделал, смотрите. Когда заполнены оба аэродрома, он дальше продолжает производить стрекозу. У нас почти фулл КВО, но дальше производит стрекоз, больше ничего не делает. Казарма есть, казарма нету. Ну, о, смотрите, отстроился. Атака авиации, давай. Ты еще жить хочешь, видимо, да? Бункер — это дело хорошее. Так, давай назад чуть-чуть. Сделаем это красиво. Минус штаб. Красота. А здесь у нас добивание базы, да? Ботом. Так, нет, давай-давай-давай. Строй двор и отбой. Чтобы их скучковать. Они сейчас разлетятся. Управлять будет ими сложно. Так, здесь надо отправить дикобразов, убить на электростанцию. Камерон вперед. В принципе, альбатросы неплохо справляются, их прокачал, у них 8 палок урона, плюс 7% на атаку авиации. Урона не наносит хороший. Так, альбатросы перезарядились, готовы опять бомбить. Мама, ты такую эту цель... Ракетная установка, ну, в принципе, все тут. Пару ягов сюда, даже не пару, а 4. И, смотрите, вот тут стрекоз делает мне постоянно без остановки. Вот еще, видимо, хамелеон хочет сделать, или не знаю, что он там делает. Дикобраза. Видимо, дикобраз потерял, но его восстанавливает. Ну, у него вообще суть вот такая, что если, например, у него тут 4 кречета было и производится альбатрос на этот аэродром, а мы теряем один кречет, то он, это, как понял, отменяет заказ альбатроса и делает кречета 4. Ладно, вот такой турнир, бой затянулся, конечно. Благодарю за просмотр, ссылочка на игру в описании, ну и всем удачи.